На свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь, а просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь. У нас 8:15 утра, в полночь начался дождь и до сих пор идет. Просто, может, интенсивности разные бывают. На кухне нам готовят еду. Я хотела встать пораньше, но, вы знаете, так и не смогла встать пораньше. Так и проснулась около 8. Всем доброе утро с моего балкона. Вот сюда я каждое утро смотрю, слушаю птиц. Сейчас пришла завтрака, допиваю свой кофе. Ну вот что хочу сказать про завтрак. Вот если на обед и ужин всегда можно что-то выбрать, и я в сущности, ну, получаю удовольствие от еды, то от завтрака никогда. Я не знаю, мне вот в завтрак редко что нравится. И вот это вот яичный омлет бледный, я не люблю такой бледный омлет. И запеканка творожная как-то не по моему вкусу. Хотя люди берут, я смотрю, по 2-3 кладут, заливают сгущенкой или сметаной, едят прям. Ну вот, не знаю, я почему-то такая капризная, мне завтрак вот не очень подходит. Поэтому я на завтрак радостно никогда не бегу, потому что знаю, что удовольствия я не получу. 26 градусов. Белка. Мне говорили, что их тут навалом. Слушайте, ну такая страшненькая. Ищи. Хвост одного цвета, сама другого. Слушай, ну? И что? И что? В жару приятно встретиться с фонтанчиком. У нас сегодня будет вот этот фильм, который я не посмотрела, потому что я знала, что он здесь будет. У меня есть милый гусь, это гусь, а в него поиграем мы с друзьями, поиграем гусь. Тебя носило, друг, сказки грибной, все мне ясно. Вот для меня одной будет кино казать, да? Помните, как и в этом? Вы сидите, наслаждайтесь. Помните фильм «Это родная кровь»? А? Она говорила, для меня одной кино там крутила. Кино. Так и для меня одной, да? Я в бассейн даже сходила пораньше, чтобы посмотреть. На земном шаре в 20 веке было только двое русских, кто был бесспорно признан и обожаем всем миром. Гагарин и Уланова. Первый в космосе и первый в балете. Сейчас смотрела вот этот фильм. Шикарный. Иван сыграл шикарно. Янковский. И этот тоже красавчик Хабенский. Довиченков. Сухоруков, Добронравов, все молодцы. Добронравов еще папа играл, он играл отца Карпова. После просмотра фильма «Чемпион мира» про Карпова иду немножко погулять. Время 10 часов. Очень вкусно пахнет, свежо, так приятно, очень приятный вечер. Комарики кусают, я не знаю, слышно или нет, но жужжат и садятся на меня. Так что комары есть, значит, экология чистая, слава богу. А то что ж приехать в отпуск и без комаров. Вечерние птички поют. О, рой комаров, рой прямо надо мной. Все нормально с экологией, все нормально.
Вот слышите? Соседи мои немножко замолчали. Вы знаете, орут они вдвоем в комнате. То ли они слабослышащие, то ли что. Плюс еще одна там матом ругается точно. Закончилась моя спокойная жизнь. Просто поразительно.